Хочу познакомить вас с девочкой Агатой. Ей всего 12, но она вместе с кузеном Ларри уже распутывает самые невероятные преступления. Агата хочет стать великой писательницей. Действие этой повести происходит в Голливуде. Известный режиссер снимает детектив. Но на съемочной площадке происходят странные происшествия. И однажды актеры даже получают письма с угрозами. Кто же стоит за всем этим и хочет сорвать съемки этого детектива, выясняет Ларри вместе с Агатой. Стив Стивенсон – литературный псевдоним итальянского писателя и переводчика Марио Пасквилотто. Псевдоним является данью уважения одному из любимых его авторов Роберта Льюиса Стивенсона. Марио по профессии психолингвист. Работал в Болонском университете, принимал участие в исследованиях, изучающих формирование культурной идентичности через психологию рассказа. Сейчас Марио занят в основном художественной литературой для детей. Кроме написания книг, занимается методами творческого обучения. Эта книга рассчитана в первую очередь любителям приключений детективов. И мальчишки, девчонки будут в восторге от этих книг. И рекомендуемый возраст от 10 лет и выше.